мы после Пасхи, так же как и после Рождества, проводим акции. И вот сейчас пасхальную акцию проводим, ездим сейчас по малоимущим, по деточкам, поздравляем с Пасхой, рассказываем о истории праздника Пасхи и поздравляем куличами. Старость и радость. Мы поднимаемся на последний этаж, уже запыхались. Валя, ты там живая еще? Да. Я уже, честно говоря, запыхался. Вот так ходить будем сейчас по всем этажам. Были мы сейчас сначала в квартире, такая креативная семья. А вот, и сейчас приехали к следующим. К вам с Пасхой приехали. Христос воскрес из мертвых, смертью смей попрос. Привет, суначальник. Детки есть, дома есть? Надо поздравить с Пасхой, деток. Поставь пока на стул. Ну что, мы объехали малоимущих и не только. Где-то человек 30 получилось, да? 30 деток поздравили. Многие счастливы, многие в шоке, что им приехали вообще. Ну а теперь мы идем к вам. С праздником!